Друзья, всем огромный приветик, добро пожаловать в новый влог. Сегодня у меня по планам сейчас убраться в зале, в кухне, помыть пол. В зале у нас на столе беспорядок, потому что мы там с девчонками мастерили, лепили, я вам показывала, так все и осталось. Лежать надо все сейчас убрать, разобрать. И сегодня у нас приезжает Майк домой, я вам рассказывала, что он уехал с классом в поездку, ну буквально на две ночи. Так вот, в 12:30 мне его нужно забрать, и поэтому сегодня Лизу придется забрать из садика пораньше, в 12 часов. Так как я до часу не успею вернуться домой, поэтому придется ее сегодня пораньше забрать, и мы с ней вместе поедем забирать Майка. И мне еще его одноклассницу тоже нужно забрать, мама попросила, вот. Так что вот так, сейчас мне максимально все нужно сделать, что я запланировала. И еще хочу выйти в гараж, мне в гараже тоже нужно помыть пол и кое-что там прибрать. Так что будем заниматься делами с вами сейчас. Every
Вчера пекла хворост, показывала вам видео. В прошлом видео это было, смотрите, осталось вот чуть-чуть, это для Майка. Пусть попробует ребенок хоть, это уже все съели. Стоим, ждем Майка. Сейчас должен подъехать. Думали, что опоздаем, не могли найти парковку. Но успели добежать. С Лизой стоим. Да, сейчас приедет. Друзья, мы уже вернулись домой, пообедали. У нас еще оставался рис со вчера, я вам показывала, готовила рис в прошлом видео. И перед тем, как уехать за Майком, я поставила в термомиксе сварить кашу рисовую, он мне сварил. Очень хорошая штука, можно уехать, и он сварит. Вообще, рисовая каша по рецепту из термомикса, она обычно, если ты ее сразу, когда, ну вот он сварил, ты открываешь крышку, она еще бывает рис такой недоваренный. Термомикс варит кашу около, по-моему, 35 минут. И потом меня же подольше не было дома. И она настоялась, она вот прям хорошо проваренная каша получилась. Поэтому, девочки, если вы варите по рецепту из термомикса кашу рисовую, и она у вас не проваренная до конца, оставляйте ее так в чаше, пусть она так стоит, настоится, и она потом очень хорошая получается. Все проварено, все классно. Лиза покушала хорошо. Вот, сейчас пойду разберу Майка чемодан, и потом позже мне, через 2 часа мне нужно уезжать. Мы поедем с Лизой, нам нужно по делам съездить, и когда мы домой вернемся, я не знаю, наверное, уже будет поздно, скорее всего. Не знаю, буду я сегодня еще что-то снимать или нет, то есть успею, не успею, но, скорее всего, навряд ли. Там у меня еще машинка постиралась, сейчас пойду белье развешу. Вот, надо еще свинок накормить, свинки, точно, надо еще сходить свинок накормить. Не знаю, может быть, увидимся еще сегодня с вами, если нет, то уже завтра. Что ты, Майк, все вещи носил? Сейчас распакуем. Не все? А тебе зачем? Говорит, мне тоже чемодан нужен. А тебе зачем? Куда собралась? Лиза, у нас все босиком. Она такой ребенок, всегда раздевается. Она приходит с садика, снимает все носки, там, если колготки, например, штаны, и вот босиком бегает. Мама, как единорог твой? Зачем он? Он на чердаке, Лиза, я сейчас не полезу. А куда ты собралась ехать? Говорит, хочу запаковать чемодан. А что ты хочешь туда? И куда ты собралась ехать? Куда поедешь? Ты чё? Завтра, говорит, поедем в отпуск. Упс, мы же не едем в отпуск. Какой отпуск? А я еще посылку не отослала от Лиманго, мне надо назад отправить ее срочно. Да, завтра обязательно надо отправить. Майк на той неделе получил работу свою по французскому назад, получил 1. Вот, 42 пункта получил из 45. В общем, молодец. Вот у него с иностранными языками у него нет проблем. Тьфу-тьфу. Он очень хорошо понимает. По-английски он вообще отлично может. Помощник сам потащил свой чемодан наверх. Ребенка не было 2 дня дома. Посмотрите, сколько вещей он привез мне грязных. Не знаю, сколько раз. Сколько ты раз там на день переодевался, Майк? 8. Ой, дети. Так, все, чемодан пустой. Нужно убрать его. Сижу, Лиза попросила вырезать ей единорога. И говорит, и разукрась мне. А ты что, не можешь сама? Нет. Почему? Нет. На, попробуй сама вырезать. Нет. Да, надо наточить карандаши. Давай, а где точилка у тебя есть? Нет. Давай я тебе покажу, как надо делать. Вот сюда маленькую карандаш вставляй. Это для толстых, для больших карандашей, а это для тонких. Вот, сюда. И крутить надо. Крути. Нет, в другую сторону крути. Лиза тут рассыпала, открывашку Ой, точилку открыла и рассыпала. Майк теперь пылесосит. Пылесосит. Получается? Я не пишу. Давай я сделаю. Ты держи тут точилку снизу. Держи. Наточила, смотри. Давай другой. Друзья, привет. Это у нас уже следующий день. Начнем с закупочки. Я сходила, закупилась. Сейчас буду готовить обед. Купила арбуз. Стоил 1,36. Тут кило 44.
Вот такие мандарины. Салями взяла. Бекон. Это мне сейчас я буду сама делать шпецли, лапшу, или как она сказать по-русски. Как галушки типа. Вот. Потом хлеб взяла. Затем вот такой келекс. Раньше я тоже всегда его кушала, когда еще в школу ходила и приходила к бабушке, и у нее всегда кушала такое. Вот. Ну, потом тут дезодорант, сухой шампунь. Такой дезодорант. Сыр Гауда. Это мне тоже сейчас понадобится для обеда. Такой сыр взяла. Это я завтра хочу из слоеного теста испечь. Ну, просто такую, как типа пиццу. Вот такой творог взяла. Две пачки. И киви-берн. Как они по-русски, не знаю, ягоды, киви, киви-ягоды, вот как-то. Еще ни разу не взяла, взяла попробовать, сейчас помою, посмотрю, попробую, что это за ягода такая. Такая маленькая закупочка, 30 евро заплатила. Смотрите, помыла, разрезала, выглядит как киви, будем пробовать. Ну, на вкус такие же, как киви, очень мягкие, нежные, сладкие, сладкие, вкусные, оставлю детям, пусть пробуют. Сейчас делаю тесто на шпецли. Я уже много раз вам показывала, но у меня сейчас много новых подписчиков. Может быть, кому-то интересно будет, как это делается. Шпецли называется по-немецки. По-русски не знаю, ну типа самодельная лапша. Не лапша это, конечно, как галушки. Вот, я добавила муки. Здесь у меня муки 250 грамм. 3 яйца, соли немного, чайную ложку. И добавляю теплую воду 110 миллилитров. Вот сейчас это все хорошо перемешаю. Вообще рецепт идет на 500 грамм муки, но я делаю обычно полпорции. Оригинальный рецепт 500 грамм муки, потом 5 яиц, там добавляется 220 миллилитров воды и соль. А я, как уже сказала, делаю на полпорции, потому что нам это много. Ой, все вот так хорошо сейчас перемешаем, и тесто должно чуть-чуть постоять. Тут ничего сложного нету, главное, чтобы без комочков все перемешать. Оно постоит, должны образоваться такие как пузыри слегка. Вот видите, однородное тесто получается. Теперь можно его оставить, пусть оно постоит. Лиза сегодня еще заказала у меня блинчики, говорит, блинчики хочу. Она вот прям так по-русски и называет их блинчики. Я говорю, ладно, сделаю. Вот сделала уже тесто, сейчас напеку сначала блинов, а потом буду делать шпецли. Что-то я сегодня с тестом сделала, не знаю, обычно я их могу спокойно переворачивать, легко, а сегодня как-то, не знаю, что-то не то. Ой, вилка упала, кто-то придет. О, сейчас перевернулся нормально. Все, блины нажарила, правда, у меня не очень много их сегодня получилось, но я на 3 яйца всего лишь делала. И 2 штуки выкинула, потому что я их не могла перевернуть, ну, как говорится, первый блин комом, но обычно я, если делаю тесто, то у меня... Сразу же первый блин получается, я его сразу нормально переворачиваю, но в этот раз что-то сделала не так, не знаю, что-то пошло не так. Здесь я уже обжарила бекон, поставила воду, сейчас закипит, и вот с этой штучкой буду делать, кто еще не знает, это, ну вот специально для этих шпецлей, это от туповара. Вот здесь стоит туповара, здесь такой скребок сзади, это нам понадобится делать саму лапшу, вот. И тесто. Тесто постояло. Видите, оно пузырится. Там воздух. Это хорошо. Это так и должно быть. Все, ждем только воду. Вода закипит и будем готовить. Так, здесь, смотрите, у нас будет соус. Здесь у меня желток и 200 грамм сливок. Сейчас это, конечно, все нужно размешать. Посолить, поперчить этот соус. И сюда еще сейчас добавлю сыр тертый. Сыр лучше брать Гауда. И беру на глаз сыр. Сколько любите, столько и берите. Все, сейчас еще поперчу, посолю и все. Можно отставить пока это в сторонку. Все, вода у меня кипит на всю катушку. Так, теперь добавляем тесто порционно. Не все сразу, а порционно. И таким образом делаем шпецли. Долго варить их не надо. Как только они всплывут, можно уже вытаскивать. Вот тут некоторые начинают всплывать, их можно сразу же вытаскивать.
шпецли все сварились. Теперь отправляем сюда наш соус и хорошо перемешиваем. Сковородку включать не нужно, иначе они все размякнут сильно. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и готово. Если шпецли все сильно остыли уже и бекон остыл, то тогда можно чуть-чуть включить, подогреть, чтобы сливки стали горячие, так как сливки у нас же тоже были холодные. Вот буквально минутку и все, сразу же отключить, чтобы сыр лучше расплавился. Все, обед готов. Девчонки, спасибо всем огромное, кто откликнулся насчет терки. Смотрите, вы мне говорили, что вот с этой теркой шла насадка, но это, наверное, скорее всего, в новых моделях. У меня вот только вот эти насадки. У меня для корейской морковки, ну, для овощей нету. Вот, видите, у меня только вот такие. Больше здесь ничего не было. Я ее покупала в Лидле уже давно. А на Амазон посмотрела, да, там еще идет другая насадка. Но у меня, к сожалению, нету с этой теркой такой. И еще у меня есть вот такая насадка от Туповара. Это тоже для корейской морковки. Она более крупно резала раньше. Сейчас она уже не режет, она затупилась. Поэтому можно уже выбросить. Вот, ну а так она тоже, ну она тоже, она не очень такая удобная. Вот, которую вы мне советовали от Burner, я думаю, что она очень хорошая. Надо заказать себе ее. Вот эту можно выбросить насадку, она уже негодная. Ну вот, еще вот эта штучка у меня шла с этой теркой. Это тут огурцы, морковку там резать. Больше ничего не было с ней. Вышла я на улицу, пойду заберу Лизу. Пройдусь пешком, немножко прогуляюсь. У нас погодка хорошая, прям тепло так. Сыро, с утра дождик был, а сейчас распогодилось хорошо, немного свежим воздухом подышать. Лиза на велике. Утром мы с ней на велике ехали. Пойду, она обычно после садика такая уставшая и капризничает, когда едет, так я ее хоть могу поддерживать, ну или катить. А когда я на велике, то, конечно, неудобно, ей приходится самой все, она потом плачет. Когда назад едет, утром нормально едет. Смотрите, маленькие котятки бегают. Меня увидели и чесанули в другую сторону. Вышли домой. Лиза же была на велике, а я забыла шлем ее дома. Свой велик положила в корзину и забыла взять его с собой. Ну, теперь вот идет пешком, не хочет ехать. А мне приходится катить велик. Мы уже пришли домой. Юля тут как раз подъехала. У них сегодня полиция проверяли велики в школе. Дали вот такой значок. Ну, сейчас вот темнеет. И они каждый год, по-моему, да, Юль, проверяют? Mm-hmm. Смотрят свет, чтоб работал, звонок, потом тормоза. Ну, все такое, чтобы велик был в хорошем состоянии, все функционировало. Ну, Лиза в дом зашла, стучит. И потом вот такой значок дают, что велик проверен и может ездить на дороге. Юля там приклеивает теперь этот значок на велик. Держится? Угу. Что? Зашла в дом и стучит нам. Заходите, заходите. Комец, говорит, комец он. Сейчас придем, Лиза, сейчас. Друзья, вот так вот мы отдыхаем. Липучка тут на мне ползает. Лиза, делали в садике яблочное пюре. Баночку вон раскрашивали. Говорим ей попробовать Лизе. Юля попробовала, ну, вот эти маленькие киви-ягоды. Она вон не хочет. И чё, вкусно? Блинчики хочет. Ну-ка еще раз скажи. Скажи блинчики. Ну да, конечно. Сейчас хочу перебрать шкаф с обувью. Тут у нас летняя обувь еще стоит. Я еще до сих пор не убрала. Надо все убрать. Ну, осеннюю, зимнюю уже поставить сюда. Тут большая часть это моя обувь. Это тоже можно наверх убрать, не носится. Эти тоже. Че, Юля? Юля стоит. Помогать хочешь? Оставили мы для Лизы вот эти ботиночки. Ну, пока ей хватит обуви. У нее еще резиновые сапоги есть и осенние ботинки. Хватит. Так, вот эти все. У нее тоже тут куча обуви, которая толком не носится. Все это уже надо убрать. Юля решила помочь. Вон тебе, наверное, тоже надо убрать розовые. Они тебе, ты их носишь? А? Да, эти капот. Ну тогда их уже выкинуть, выбросить можно. Все, в шкафу немного убрались.
Ну, я убрала только вот эти три полки. Все остальное так и стояло, в принципе. И вот такая куча у нас насобиралась обуви. Ну, это летние. Сейчас кое-какие отнесу постирать, а кое-какие унесу наверх в шкаф. Вот эти нужно, наверное, выбросить. Юля сказала, они там порвались. Хотя она их долго не носила. Буквально, не знаю, можно на пальцах пересчитать, сколько она их обувала. Порвались, а вон там сбоку подошва что-то отходит. В общем, ладно, буду этим заниматься. Сейчас все... Всю обувь переберу, перемою, чтобы уже все готово было. Друзья, ладно, я на сегодня закончу уже свое видео. Мы сейчас поедем, еще съездим на почту. Нам одну посылочку надо отвезти, сдать. И про посылочку я жду одну посылку из России. Мне племянница собрала посылку, выслала. Но уже посылка идет целый месяц, представляете? До сих пор еще не дошла. Не знаю, почему так долго. Когда отсюда из Германии отправляешь в Россию, она быстро так доходит, недели 2-3, ну 3 максимум, и она уже там. А вот из России длится дольше, до сих пор нет, целый месяц. Вот я жду, надеюсь, что на днях придет. Потом покажу, что пришло нам. Ладно, ребят, все, заканчиваю видео. Всем огромное спасибо еще раз, что были с нами, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан. Мы увидимся уже в новом видео. До новых встреч, всем пока. Так вот, в 12:30 мне нужно его забрать. И мне еще его одну одноклассницу. Ну, сейчас буду так. И перед тем, как уехать за Майком, я поставила в термомиксе, сварила рисовую кашу. Позже, когда? Не знаю, буду я сегодня еще чего-нибудь... может быть, еще увидимся сегодня. 42 пункта. Раньше помню, когда была младше. Раньше тоже его постоянно... Ой, блин, эти сливки. Тут сверху, вот смотрите, какая. Целый слой сметаны. Это био-сливки. Но их когда выливаешь, потом постоянно у меня все мимо. Мимо. Вот это когда много берешь тесто, тогда перебегает через края. Надо не так много теста брать. Если уже, например, сильно остыли, да, вот. В общем, вот этот нож, он тупой. Ладно, спасибо. И увидимся в новом видео. Всем пока. Ладно, вот такие дела, ладно.